Самый легкий способ добыть стресс – это семья, работа и какие-то конфликты в социуме. То есть, если у вас уже сформирована эта психосоматическая связь, то вы бессознательно будете провоцировать людей, чтобы они вступили с вами в перепалку, какую-то конфликтную ситуацию, потому что ваш мозг получает от этого кайф. У вас в кровь сахар вбрызгивается, 80% от стресса и порядка 20% от позитивных ситуаций. То есть вы подсели на этот наркотик, в кавычках, и бессознательно уже стараетесь устроить, спровоцировать какие-то ситуации. То есть, по-русски говоря, вы от этого кайф получаете. Точнее, не вы, а ваш мозг. Ну, хотя попутно нервную систему разрушаете. Это можно изменить.